С подобным же размахом праздник весны отпраздновали жители района Астана. Аксакалы посетили школу в жилом массиве Сазды, где ученики подготовили специальные мероприятия. Также был накрыт праздничный стол для актюбинцев. Согласно традициям, на Малмереке все принято обмениваться теплыми рукопожатиями и крепкими объятиями. Оказывать дань уважения старшему поколению и просить пота, говорить добрые пожелания друг другу. Музыка, юрта, бауырсаки, наурыз көже – все это символизирует весенний праздник. Школьники исполнили известные композиции на домбре старейшинам. Также ребята сплетали нагайку. Одна из них – Шолдос Пискалиева. Она занимается этим хобби уже не один год. Сейчас я изготавливаю один из видов нагайки. Внешне она смахивает на змеиную кожу и очень прочная. В принципе, это не так сложно. В нашей школе преподаватели учат этому ремеслу каждого желающего. Далее мероприятие продолжилось возле дворца единоборств. Женщины приготовили плов на урыскуже баурсаки. Старейшины отметили важность проведения курсукуна. Мы с утра пришли к соседи ко мне, дети мои пришли, сваты пришли, кажется. Это у нас амалкана на урыскуна, как говорится, да. Это большой праздник. Вот мы сегодня собрались, вот жик-бежик, праздновать этот день. До сегодняшнего дня в Казахстане 10 дней будет праздновать праздник Наурыз. Это с 14 по 24. Это большой праздник, поэтому это Новый год. Я хочу поздравить всех казахстанцев, в том числе жителей Актюбинской области, с праздником Наурыз, с Новым годом. Пожелать вам всем крепкого здоровья, семейного счастья. Самое главное, чтобы был у нас мир на земле. С поздравительной речью выступил аким района. Поздравляю всех с Амалкуне. Этот день является важной частью нашей культуры, ведь всем известно, что у нас Новый год празднуется именно в Наурыз, а Курысукуне является началом глобального праздника. Пусть Новый год принесет всем счастье и благополучие. Кроме того, был проведен небольшой турнир по асахату среди детей. Шасан Жалбаков, Азамат Сауханов, телеканал Актобе.